Друзья, всем привет! Сегодня у нас 9 марта, и, пользуясь моментом, хочу поздравить всех бабушек, женщин, девушек и девочек с прошедшим праздником. Пожелать хочу счастья, любви и взаимопонимания. И по пустякам не огорчаться и жизнью больше наслаждаться. Хоть на дворе уже и весна, но зима никак не хочет от нас уходить. Вот уже 2 дня у нас лютует сильный ветер, метель и снег. Намело большие сугробы. Хотя в этом году снега у нас выпало очень мало. Обычно у нас снегу до самого верха теплицы и до середины теплицы. А в этом году как-то совсем хиленько. У нас дети с этого сугроба обычно катаются. Потому что он у нас на пол огорода. Они делают большие горки и здесь катаются. А в этом году сугроб так себе. Вот эти сугробы надуло всего за 2 дня. Посмотрите, какая красота. Очень красиво смотрится. Но снег уже такой более мягкий, липкий, весенний. Но мы не перестаем радоваться и такой погоде. Ведь у природы нет плохой погоды. Посмотрите, какая красота везде кругом. Ну, а у нас, наконец, появились первые всходы цветов. Садила я эти цветы 7 марта. Сегодня 9. Это у нас взошел алисум и суприма. Ну, другие тоже уже начали проклевываться из семянок. Так что тоже скоро на подходе. Будем ждать. Ну и мои лилии начали выпускать бутончики. Значит, уже совсем скоро зацветут. Здесь у нас бутончики. Это крупная лилия, сам бутон. А здесь поменьше. Ну, как расцветут, я вам все покажу. Каким они цветом и по размерам какие. Благодарю всех за внимание и до новых встреч!